Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Махмутлар. Нашел трехкомнатную квартиру под ключ, вот в таком здании. Проект был сдан 11 лет тому назад в эксплуатацию. Тут есть инфраструктура, сауна. Сауну можно пользоваться два раза в неделю, но пока что закрыто. Здесь у нас зона барбекю. В этой стороне охрана. Ухоженный сад. Айдат здесь 200 лир. Красивое такое здание. Кажется, покрасили недавно. Вот бассейн. Это что такое? Не буду туда идти. Да? Барная стойка. Здесь что у нас? Открытая парковка. Да, в этой стороне открытая парковка. Кого интересует недвижимость в Турции, а именно хотите купить квартиру в Алании, заранее пишите, звоните. Так, покажем с этой стороны вам открытую парковку. Расстояние отсюда до моря 220-230 метров максимум. Так как Барбаросса 30 метров на расстоянии, тут и 150 метров поворотами. Тут у нас парк. Вот центральный парк начала Махмутлара. Здесь стык Кестеля с Махмутларом. Вот парк. Большой, не маленький. Недавно его открыли, как 2-3 месяца. Поднимаемся на верхний этаж. Поднимемся наверх. Так. Значит, такой лифт у нас. Топ-рак резиденс. Такой вот лифтик у нас. Что-то лифтик не сказал, лифт. Так, здесь у нас коридор. На этаже 4 квартиры. И вот 2 плюс 1. По очень хорошей цене. Цену сразу скажу. 82 500 евро. Так. Закроем двери. Прихожая у нас просторная, не маленькая. Вот. Здесь у нас санузел. Большой. Стоит накопительная система обогрева воды. У нас бойлер, скажем. Они комби называют. Стиральная машинка Индезит. Так. Налево сперва перейдем. Хозяйская спальня. В этом санузле есть теплый пол. Шкафчик еще. Так. И спальня. Спальня где-то 12,5 квадратных метров жилая площадь. Налевка, смотрите, какая красивая. Волны. Здесь застекленный первый балкон. Нахожусь на втором этаже. Сторона здесь восточная. Эта сторона южная. Море расстояние 200-230 метров максимум. Считается как вторая линия. И у нас детская спальня. Здесь где-то 9-10 квадратных метров. Кондиционер фирмы Бека. Это маленькая спальня. Детская она. И у нас гостиная с отдельной кухней.
холодильник Hotpoint Ariston. Посудомойка тоже. А, духовка. Впервые вижу Hotpoint Ariston. Работает. Индукционная плита Beko. Вытяжка тоже Hotpoint Ariston. Отдельная кухня. Выход также на балкон. И второй балкон. Тоже маленький, небольшой. Тоже застекленный. Вот такой вид с балкона. Вид в парк. Этот вид у вас никогда не закроется. И там Кестель, здесь Махмутлар. А там за этими зданиями улица Барбаросса. Дальше уже море. Кстати, здесь есть теннисный, то есть баскетбольная площадка, видите? Вот тоже парк. Теннисные столы. Все, дорогие зрители, цена 82 500 евро. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались. Звоните, пишите. Плюс 90 555 064 91 10. С вами был Агасий, Солнечная Лани, район Махмутлар. Всем пока-пока.